нужно вначале проанализировать, то есть взять у управляющей компании данные, какие квартиры не оснащены индивидуальными приборами учета. Соответственно, их отсеять. Потом вы посмотрите те квартиры, где у вас платят по нормативу, и посмотрите, за сколько человек. То есть там, где у вас количество жильцов совпадает, либо платят они больше, чем фактически проживают, вы эти квартиры тоже отбросите. А вот те квартиры, где у вас там прописано один, а живут пятеро, вы пойдете ножками составлять акт о фактически проживающих. Соответственно, после того, как вы составите такой акт, вы его передадите в управляющую организацию для того, чтобы они им начисляли по факту проживания. И, соответственно, принять решение общим собранием собственников жилья платить в СОИ либо УДН по факту